Всем здравствуйте, мастерская салонной компании. Я Вячеслав, приветствую вас. Давно не выходил в эфир. Все как-то не хватало времени, честно говоря, с этими и работы. Много, но интересных вещей немного было, честно говоря. Ну, были несколько ножей, но надо было срочно отправлять, прям из-под рук, грубо говоря, отправляли. То, что не успевали по срокам. Уже запаздывали, и некогда было снимать. Да и огородные дела, вся эта ерунда огородная тоже очень много времени отнимает. Ну, сегодня вот решил показать, чем мы примерно занимались все это время, месяц, который я не снимал ничего. Делали в основном на заказ, стандартные наши ножи, делали заказ в магазин Резать.ру. Тоже стандартные наши ножи, поэтому так толком снимать то, что уже снимал. В принципе, сейчас покажу то, что раньше показывал. Ну, что-то за месяц надо показать, что мы не пропали. Поэтому покажу, буду отправлять. Что-то сегодня буду отправлять, что-то в понедельник, вторник отправлю. Ну, во-первых, вот стало уже доброй традицией в Германию отправлять примерно вот такие вот наши ножи. НКВД НР-40 тоже отправляем, с символикой советской и с российской тоже отправляем в Европу. То есть когда-то, помню, в 90-х все ходили в майках USA с флагами Великобритании, Германии. Сейчас у нас ходит уже в майках Россия. Ну вот, а с запада у нас заказывают с нашей символикой ножи. То есть Россия возрождается, наверное, так скажем. Ну вот это я уже все показывал. Не знаю, герб СССР, не помню, показывал, не показывал, но вот герб СССР с гербом России точно показывал. А СССР не помню. Ну вот, герб СССР. Стандартный наш клинок. Стандартными размерами. Съемный подвес, как обычно. Напомню, кто не смотрел. Съемный подвес у нас. Такой нож. Ну и еще вот пару к нему в Германию. Просто человек просил снять видеообзор тоже об этих ножах. Ну, по сути дела, не часто заказывают модель С-11 из Дамаска. В ножных деревянных такой вот нож, так вот покажем с клеймом, нож модели С-11 Дамаск, крученый. Я в одном из обзоров показывал, что такое крученый Дамаск, что такое нарезной Дамаск. Там не буду повторяться. Вот кап ореха тоже уже традиционный наш красивый кап ореха. Ну, съемный подвес. Все вот так вот. Далее покажу вот интересный такой нож. Индивидуальные ножны. Такие финского образца. Чем интересен нож? Долго делали. Не с первого раза клинок сделали. Я не понимал, что клиенту надо. То есть это с третьего, наверное, раза так. То есть клиенту нужен был ромб. Я не понимал, какой ромб. Вот я не знаю, видно, не видно так. Ромб это вот так и так идет. Сейчас покажу, в чем разница. То есть вот в середине клинок 6.365. Показать, может, вот так вот надо, да? Левой рукой неудобно, ну, наверное, непонятно. Вот 3.66, 3.65. А сверху клинок, сколько там, 1,82. Вот в этом ромб заключается. Порежущий трудно поймать. Сейчас. Ай, 0,05. Или как? Сейчас. Руки трясутся. Левой рукой трудно поднять, но это... Сколько там получается?
0,4. Ну, это не совсем кончик, ну, примерно так, 0,4-0,3. 0,4 пускай будет. Вот такой вот нож. И еще в нем тоже разница в чем. Поуже сделали вот это место. Ну и сама рукоятка. Видите, другая, не как у нас раньше показывал финские с 11. У этого рукоять от ножа Пука. То есть вот такой нож. Первый тоже не быстро делали его, но, как я уже сказал, не сразу понимал, какой ромб нужен человеку. Ну вот сделали такой нож хороший. Кстати, удобный очень в руке. Наверное, возьмем на вооружение и будем такие ножи дальше делать. Ну и вот два ножа Пука. Первый нож с H12MF. Тоже ранее показывал Пука. Очень удачная, на мой взгляд, модель. У меня лично хорошо в руке лежит. Хотя сейчас попробую вот этот вот. Не знаю, оба хорошо лежат в руке. Этот поуже здесь. Рукоять поуже. Здесь потолще рукоять. Видите? В этом разница. То есть это на более мелкую руку. Это покрупнее рука должна быть. Индивидуальные ножны. Темно-коричневые. Не знаю, как видно. Будет, нет. Что такое? Не так попался. Не знаю, видно, не видно, что темно-коричневые. Я фотографию посылал, думаю, черные. На самом деле темно-коричневые. По видео, но я думаю, видно будет, что темно-коричневые. Ну и вот. Из М390. Такой же нож. Тоже с индивидуальными ножками. Вот примерно то, что мы делаем практически каждый день, не считая выходных. В дальнейшем будут, сейчас есть интересные работы в работе. Так что вот их покажу. Ну и, конечно же, покажу, наконец-то мы сделали чаки нового образца. Их выйду на природу, покажу. Нашел место одно красивое. Так что, скорее всего, сегодня после обеда сниму видео и выложу. Всем удачи, всем здоровья, всего хорошего, хорошего лета. Вот сегодня погода маленько портится, то жара стояла очень большая. Всем удачи, всем здоровья, всего хорошего. До новых встреч.